5 апреля в крупных городах Сибири, в том числе и в нашем, стартовал фестиваль завтраков. Областную столицу представят 12 заведений, чьи повара приготовят специальные сеты по фиксированным ценам 390 и 460 рублей. В этот сет участники включат два своих лучших блюда на завтрак и один десерт. Узнаем подробнее об этом фестивале от председателя правления Федерации рестораторов и ательеров Сибири Галины Ильиной. Она сейчас с нами на связи. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте расскажите сперва, вот для чего проводится этот фестиваль, в чем его основная цель, ну и вообще для кого он? Ну, смотрите, у фестиваля несколько целей. Первое – это представление, знакомство жителей региона и регионов, участников с теми заведениями, которые есть. То есть это цель их продвижение совместное в рамках фестиваля, это знакомство жителей, это знакомство жителей других городов с этими заведениями регионов. То есть у нас несколько регионов участников: Тюмень, Кемерово, Новосибирск, Томск, Омск, Алтайский край. Соответственно, очень хочется всех перезнакомить и дать возможность познакомиться с ними, у горожан. Угу. Какую пользу от фестиваля могут получить жители городов? Какая может быть польза для самих заведений в том числе? Для заведений сейчас ни для кого не секрет, что очень много рекламных каналов закрылось. И одной из задач фестиваля как раз стало донесение информации через другие ресурсы о том, какие есть заведения в городе. Угу. Вот плюс это возможность познакомиться, да, с меню заведений, с самими горожанами, потому что в сеты, которые созданы рестораторами, входят самые интересные и яркие блюда заведений. Угу. Расскажите немного подробнее вот про эти самые сеты завтраков, которые будут представлять заведения. Это три блюда, которые характеризуют завтраки заведений. Сеты создавались самими заведениями, соответственно, они создавали их с точки зрения своей уникальности. То есть что можно у них такого вкусного поесть на завтрак, и там есть возможность выбора. Угу. Кстати, про выбор. Мы знаем, что там указаны две цены за сеты, 390 и 460 рублей. А чем отличаются эти сеты по разным ценам, и как вы считаете, вообще нормальная ли эта цена для регулярного завтрака? Стоимость зависит от концепции заведения и от его уровня. То есть есть заведения, которые входят в VIP-сегмент, да, то есть это более дорогостоящие сеты, и есть заведения на каждый день. От этого, собственно, зависит цена, от того, какие продукты используются и что это за заведение. Угу. Галина, большое спасибо, что рассказали нам о фестивале. Желаем вам удачно его провести, ну и, конечно же, ждем в Тюмени. До свидания.